Сегодня в музее Танкери Сураханы проходит выставка выдающейся художницы и первого скульптора-монументалиста Миновяр Рзаевой, а также состоится премьера фильма, посвященная 95-летию со дня ее рождения. Уникальность выставки в том, что здесь представлены эскизы и работы, которые ранее нигде не выставлялись. Миновяр Рзаева известна прежде всего как мастер психологического портрета. Создавая свои статуи в основном из гранита, мрамора, бронзы и дерева, скульптор работала над образами выдающихся художников, государственных деятелей и трудовых героев. Мы все собрались, чтобы отметить 95-летие величайшего, одного из величайших скульпторов Азербайджана Миновяр Рзаевой. И в честь ее 95-летия, из работ, которые хранились в ее домашнем семейном архиве, мы создали уникальную выставку. Здесь представлены более 40 работ разных периодов художника. Все они были отреставрированы заранее и выставляются на судне музея Сураханы. Хочу сообщить, что эта выставка продлится до конца года. В рамках выставки прошел показ фильма, посвященного выдающемуся скульптору Миновяр Рзаева «Страницы великой жизни». Так называется фильм, который снял известный режиссер и кинооператор Рауф Гурбаналиев. В основе фильма легло письмо, написанное самой Миновяр Рзаевой. Практически ничего не поменяли. Практически ничего не поменяли, потому что это был готовый сценарий. Ну, вот, взяли и пошли дальше, сняли. И даже в титрах написано «Сценарий Муэллифи», автор сценария Миновяр Рзаева. Думаем, дальнейшее на столетие снять полнометражный художественный фильм. Миновяр Рзаева напористая и скромная, сильная, но одновременно мягкая, теплая и понимающая мама, бабушка и жена, которая всегда могла поддержать и дать нужный совет. Я сейчас нахожусь здесь, и я вижу, что вот что сделали мои дети, внуки, то, что вот они все смогли это представить и в таком виде, и то, что все видят, что у нас, что видят, что она достигла в своей жизни. Для меня это очень важно. Она была очень мудрой женщиной. Она была очень правильной женщиной. Я от нее чувствовала эту поддержку. Это, наверное, самое яркое воспоминание. Мы хотим, чтобы люди знали, да, знали выдающихся художников, скульпторов, да, потому что это, когда мы проходим по дороге, мы видим красивую, например, памятник, да, скульптуру. Но нигде не написано ни имени, ничего. И в основном мало кто интересуется, да, кто это. Этот музей он постоянно посещают как бы гости. И до конца этого года эти работы будут здесь. И люди могут просто заходить, и они уже будут ознакомлены. Михаил Мушвик, Айна Султанова, Сергей Есенин и Мясхати Генджеви. Миновяр Рзаева является автором около 100 статуй и бюстов, установленных в Баку и других регионах страны. Влюбленная в свое творчество, она прожила счастливую и насыщенную жизнь, оставив за собой наследие всему Азербайджану.